Привет всем, с вами Киборжик, это канал Dota Kib на Ютубе. И я думаю, вы уже догадались, что я собираюсь сделать. Это открывать сундуки. Такая проблема, как бы, новых сундуков еще нету. Они будут там в конце января, если я не ошибаюсь. Поэтому мне нечего было открывать старые, как бы я уже все посмотрел, почти все нужные мне вещи получил. Я так подумал. Что же открыть? Полазил по торговой площадке и нашел сундуки, во-первых, которые выпадали в конце третьего интернешнала за то, что если там Fantasy Points твоя команда наберет вот три этих сундука, но их на самом деле четыре, но четвертый мне, честно, денег не хватило. И Loki's Lucky Box. Это очень крутые сундуки, если верить ихнему описанию и вещам, которые из них выпадают. Они стоят по $25 штука сейчас. Я не знаю, зачем я столько денег в это потратил, но я надеюсь, вам будет весело. И действительно, в этой серии сундуки открываются, ну, наверное, в два раза, а то и в три большую сумму, чем обычно у меня уходит на серию. Поэтому не ждите от меня очень быстро на другую серию. И, конечно же, если она вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Тут будут очень часто открываться сундуки, разные ролики, хайлайты, тимвайпы там, и, конечно же, вводы на разные интересные мне чемпионаты. Ну, давайте начнем. Так, закусочки. Закусочки. И получаем. Да, с первого выпадает комоночка. Комоночка. Со второго Унка Моночка. И, как вы видите, есть подпись Fantasy Турнир Компендиума 2013. Давайте посмотрим, как они выглядят. Вот такая вот рогатая красавица у нас. Ждем Унка Моночку теперь. Блин, так не хватает вот этого отсчета времени. 5, 4, 3, 2, 1. Было бы круто. Так, есть. Что? Вы посмотрите, как он расписан. Да ладно. А вот тут уже должна выпасть рарочка. И это шлем для Некрофуса. Ух ты, какой он крутой. Да, не зря. Не зря этот сундучок взял. Шлем реально крутой. Вот так вот он выглядит. Конечно, он ему немножко не идет, но он крутой. Ну, а теперь пришла пора. Естественно, пора открыть уже самые-самые-самые крутые сундуки. Ну что ж, будем надеяться, мне выпадет что-то действительно классное. А если нет, то хотя бы вы повеселитесь. Ну что ж, первый пошел. И волшебная палочка на Нукс Ассасина мифическая. Тара-тара. Кстати, редкая вещь, насколько я знаю. Плюс у нее еще Гениан. Дагон. Ну, круто. Нукс. Никс, ладно. А то говорят, неправильно произносит он. Да он неправильно. Да, он говорит Никс, Никс, Никс. Ну, я просто привык так читать. Так что не обессудьте. И последний. Последний сундук. И что же тут? Истинный облик. Предмет сот ульт для лон друида. Ну, хотя бы не две одинаковых вещи. Ну, неплохо, неплохо. Осталось только лондруидчиком поиграть. Вот так вот. Серия закончилась. Конечно, мало сундуков, но они были очень дорогими. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Киборжик. Всем пока. Не забывайте ставить лайки. Они помогут снять новую серию.